Большая часть жителей города недовольны тем, как управляющие компании справляются с уборкой снега. В нашей группе ВКонтакте мы провели опрос, и вот какие ответы получили. Более чем из 800 опрошенных, только 9% ответили, что снег убирают вовремя. Не совсем довольны работой коммунальщиков 30%. Замечания есть у 32% и еще 27% категорически недовольны тем, как из их дворов вывозят снег.